До встречи! Чтобы зеркануть собаку, нам бы этот Геру бы дать, что ли, или чё? Нет, ну я так шучу. Не кажется, это лучший вариант. Нет, а можно дать немножко АУЕ чё-то? В смысле, это можно дать немножко АУЕ? Появилось говно, гнев небес, его сразу убивают. Вообще, игроки. Я думал, хмурый у нас один такой, оказывается. Не кажется ли собака быстрее отлетает ничего? Дайте каску по чернокнижник.
А то треть. По-моему, весь рейд там 2. Ставил рыбу на полминуты, минуту отойду.
Лок, у тебя, блядь, пет ебанулся. Смотри, как он дрыгается. Ну, это есть проблема этих бесов. Они часто очень багаются. А чего, можно в мили-зоне стоять? Кто не знает? Все стоят в мили-зоне, кроме танка. Уже уйдите там. Может ближе к боссу подойти. Есть тинер позиция. Советский цирк. Новости, народ. Гниломорт сдох. Мы
него есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Ой, ты нас на профи, да, будешь мучить? Лен, не в дис. В дискорде он. Молчит партизан. Мне кажется, мы проф объясним. Не-не-не, проф обязательно надо убить. Мне кажется, мы его не убьем. Да она есть. Геру давайте. Угу. Я в Мелизону схожу. Сбегите к Локу. Сбегайся, сбегайся, хмуро, не стесняйся. Да-да, там и стой. Хмурому сбегитесь. Алису хильте. Не забывайте, она сейчас кончит. Хильте, хильте. Жестко пробивать будет. Полипал в мелизону сходи. Все к шаману сбегите там.
Один раз сбегаемся, больше не сбегаемся. Стоим, стоим, не дергаемся, полетал, забей. Алис, самое главное, под конец не потерять, когда третий вздох будет. Там сильно будет очень прошибать. Вот сейчас. Хильте, Алис. А, Войд взял, Войд и хильте. Давайте, должны успеть. 15 секунд. Можно плащик, пожалуйста. Как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Че стесняешься, Алис? Забирай большого дядьку. Там еще это, у нас еще один моб на шамане висит. Можно его тоже забрать.
Да, один милик, я не знаю, что там делать будешь. Войда сбегать. Я знаю, что сделать. Отбегать вовремя. Это что, проф не нужен? Варчика убит, проф, 25.